Воспитатель года 2024. Финал регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса состоялся сегодня в Черкесске, в Центре для одаренных детей «Спутник». Мероприятие собрало самых талантливых и творческих работников дошкольных образовательных учреждений республики. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В актовом зале собрались претенденты на победу, члены жюри и зрители. Перед началом финального испытания педагоги гордо и уверенно вышли на сцену. Всех собравшихся поприветствовала Инна Кравченко. Участникам министра образования пожелала успешного выступления. Она также отметила, что интерес к конкурсу с каждым годом только растет. Сегодня мы проводим мастер-классы, плюс познакомились с их работой, которую они представили методическую. Все это будет оценено и будет определен победитель, который представит нашу республику в Красногорске, в городе Красногорске Московской области. И победитель заключительного этапа всероссийского конкурса будет уже определен как раз в день работников дошкольного образования 27 сентября. 12 финалистов регионального этапа порядок выступления выбирали жеребьевкой. Воспитатель Светлана Кречетова, педагог 31-го детского сада «Золушка». В финале она представляет город Черкесск. Работает в этой сфере Светлана на протяжении 25 лет. Это очень интересная профессия. Самое главное для этой профессии – это, конечно же, любить детей. А я их очень люблю. Расскажите, как вы думаете, все ли сегодня получилось? Все, что планировали, получилось. Я думаю, всем понравился наш новый эффективный метод макетирования, который мы сегодня представляли. Оценивали выступления участников члены жюри, специалисты в области образования. Они определяли не только техническое мастерство воспитателей, но и их творческий подход, а также способность вдохновлять и формировать личность детей. Республиканский этап на очень высоком организационном уровне. Безусловно, участники волнуются, но тем не менее они нам показывают свое мастерство, свои профессиональные навыки. И я убеждена, что каждый конкурс профессионального мастерства позволяет получить уникальный опыт и продемонстрировать, проявить свои лучшие навыки. Финал конкурса оказался настоящим праздником. После напряженного ожидания председатель жюри Инна Кравченко объявила имя победителя конкурса. Диплом победителя регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса. Воспитатель года России 2024. Вручается Гакаевой Елене Георгиевне. Призерам вручили дипломы и денежные призы от Профсоюза образования республики и от главы нашей республики. Дарья Тенди, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.